Ассаламу алейкум. Доброе утро. Приветствую всех наших друзей, наших клиентов, подписчиков на странице «Кизлярские ножи». Также решил показать вам некоторые моменты. Есть также вещи, которые я вам не показывал. Так. Начнем с этого красавца. Нож Strix. Сталь AUS 8. Рукоять Elastron. Нож небольшой, не маленький, средний. Средний нож. В руке лежит хорошо. Такой вариант. Также есть другой вариант. Нож Филин. Параметры одни и те же. Характеристики. Тоже новинка. Некоторые видели, некоторые не видели. Нож Астра. Рукоять Граб. Что я хотел показать его. Очень ходовой нож Ша-4. Очень хорошо сидеть в руке. Удобно будет работать с ним. Не будет скользить. Эластрон. Ножны из натуральной кожи. Вот такая вот еще интересная работа. Нож перо. Сталь AUS 8. Рукоять граб. Посмотрите на эти рисунки. Темляк. А ножны вообще интересные. Натуральная кожа. Гравировка. Если есть вопросы, пишите нам на WhatsApp, Директ. Успехов вам!